вяжем подушку крючком на мамочкином канале. Это первый мастер-класс из серии двух мастер-классов по вязанию подушек. Первая подушечка будет вот с таким узором. Будем вязать мы очень просто. Из двух квадратов будет состоять подушка. Потом мы будем ее сшивать по краям и планирую еще сделать молнию наверху. Если вы обратились к этому видео, то, наверное, тоже у вас, как у меня, появилось желание добавить ярких красок в свой интерьер. В интерьер детской комнаты, спальни или гостиной, как в моем случае. Долго я думала, каким образом этот мастер-класс сделать, потому что у кого-то есть уже определенная внутренняя подушечка, под которую он будет подстраивать данный узор. А у других этой внутренней подушечки нет, и они сначала свяжут вот эту наволочку, как бы, а потом будут уже подбирать или шить внутреннюю подушечку. Поэтому в этом мастер-классе я решила все-таки проходиться по конкретному количеству петель. Например, у меня получилось на 37 петель в ширину подушечка, она в итоге с обвязкой выйдет, наверное, сантиметров 33-34. Если вы будете вязать из более тонкой пряжи, у вас получится поменьше размером подушечка. Ну, более толстую пряжу, наверное, брать не стоит, потому что и так получается полотно достаточно толстое. Я экспериментирую с китайской пряжей, я потом буду о ней делать отзыв. Но, в принципе, по толщине эта пряжа похожа на Lanagold Plus. Вот я начала вязать тут образец из Lanagold Plus. И, в принципе, в 10 сантиметрах получается тоже 11 столбиков, точно так же, как у меня и в этом образце. Когда вязала пальто, мне ее рекомендовали на сайте kudel.ru. И мне она понравилась тем, что она очень объемная в моточке. А огромным плюсом ее является то, что она очень мягкая и струящаяся становится после стирки. Данная китайская пряжа у меня такая очень-очень гладкая. И поэтому подушечка тоже, хотя это 100% акрил, получится мягкой и гладенькой. Вот то же самое может случиться и с Lanagold Plus. Если перед вами стоит задача все-таки разместить этот узор на определенном размере вашей готовой подушечки, то напишите мне в комментариях, я расскажу, как подстроить этот мастер-класс под ваши размеры и под вашу пряжу. А сейчас я буду показывать, как вязать конкретно такую подушечку на 37 петлях. Вы вяжете из своей пряжи и получаете подушечку своего размера. Если вопросы по пряже будут, пишите в комментариях, я посоветую что-нибудь. Итак, в моем случае я набираю 38 петель. 37 петель и плюс 1 для подъема следующего ряда. И со второй петельки от крючка начинаю вязать первый ряд. Первый ряд – это ряд столбиков без накида. В каждую петельку вяжем столбик без накида. Получилось всего 37 столбиков без накида. Первое воздушное подъема не считается у нас за столбик. Всегда в начале ряда будем делать одну воздушную подъема, которая не будет считаться за столбик. Поворачиваем вязание. На этом ряду уже будем провязывать рельефные полоски. Начиная с первой самой петельки, вяжем 9 столбиков без накида. Восемь. 9. На основании вот этих двух столбиков предыдущего ряда будем вязать рельефные. А в этот третий столбик уже снова будем вязать столбик без накида. Чтобы на основании этого столбика провязать рельефный, мы вкалываем в ту петельку, в которую только что был провязан уже столбик, а выходит из следующей дырочки. Захватываем нить, вытаскиваем и провязываем, как обычный столбик с накидом. Опять накид. Теперь откуда крючок выходил, входит, со следующей петельки выходит. И провязываем тоже, как обычный столбик с накидом. Со следующего столбика вяжем 15 столбиков без накида. Можете проверить, до конца ряда должно остаться 11 петелек, если вы вяжете на том же количестве петель, как и я. На двух следующих столбиках опять рельефные. В
Вкалываем туда, где был уже провязан только что столбик. Со следующей дырочки крючок выходит. И куда выходил, входит крючок, со следующей выходит. И со следующей петельки, где крючок еще не бывал, начинаем вязать столбики без накида, и их 9 штук. 9 в начале до рельефного и 9 в конце после рельефного. 9. Опять воздушная, поворачиваем вязание. Вот эта сторона, где мы сейчас провязывали рельефные столбики, она будет у нас лицевой. Здесь будет весь выпуклый узор. А с изнаночной стороны мы всегда будем провязывать только столбики без накида. Начиная с первой петельки, провязываем целый ряд столбиками без накида. 37 столбиков. Довязывайте до конца ряда по изнаночной стороне, 1 воздушная, поворачивайте вязание на лицевую сторону и провязываем 9 столбиков. Дальше уже пойдут 2 петельки, под которыми провязаны рельефные столбики. Когда пришли к месту провязывания рельефных столбиков, первая петелька, она будет чуть правее от первого рельефного столбика. Вот второй рельефный, вот над ним петелька. Над этими двумя петлями мы вяжем рельефные лицевые столбики. Делаем накид, подцепляем ствол рельефного столбика, который был провязан ниже, захватываем нить, вытягиваем ее и провязываем только одну петельку на крючке. Опять остается их 3. И дальше, как обычно, 2 петли, 2 петли. При таком провязывании не будет стягиваться полотно. Рельефные столбики будут чуть повыше. И над вторым столбиком огибаем ствол рельефного столбика, вставляем крючок под него, захватываем нить, вытаскиваем одну петельку, 2 петли, 2 петли. Так всегда будем действовать и дальше. Чтобы определиться, в какую петельку дальше мы должны вязать столбики без накида, можете отодвинуть эти рельефные и посмотреть. В эту петлю у нас провязан был столбик без накида. Вместо этой петельки мы связали первый рельефный, вместо этой петельки второй рельефный. То есть в следующую петельку, пропустив 2, мы должны вязать столбики без накида. Сейчас здесь еще не начался маленький ромб, поэтому все 15 петелек до следующего рельефного провязываем столбиками без накида. Дойдем до места рельефных и опять же над каждым из них провяжем по рельефному. И дальше все петельки лицевой стороны, 9 штук, столбиками без накида. Вот довязала я до конца свой четвертый ряд. Сейчас 1 воздушная, поворачиваем вязание, вяжем по изнаночной стороне, опять же обычный ряд столбиками без накида, как всегда. Поворачиваем на лицевую сторону и снова провязываем 9 столбиков, 2 рельефных. И начнем на этом месте в шестом лицевом ряду провязывать уже ромбик. Итак, вот я выполнила, что сказала. Пятый ряд провязала по изнаночной столбиками без накида. Шестой ряд 9 столбиков и 2 рельефных. Вот у нас место из 15 столбиков, где мы должны начать вывязывать маленький ромбик. Из этих 15 столбиков провязываем половинку. 7 столбиков без накида. Вместо 8 столбика без накида вяжем пышный столбик. Причем вкалывать будем в дырочку на ряд ниже. Накид, вкалываем, вытаскиваем петельку. Накид, вкалываем, вытаскиваем. Делаем накид. И просто провязываем все петли на крючке. Этих накидов и вытягиваний может быть не 2, а больше, если у вас тонкая пряжа и вы хотите, чтобы эти пухлые кружочки больше выделялись на полотне. Дальше опять вяжем столбики без накида и будет тоже 7 штук. То есть посередине наших 15 петелек
появился вот такой пышный столбик. Сейчас довязываю до конца, не забываем рельефные полоски, 9 петелек здесь. По изнаночной стороне вяжем 7 ряд. Следующий 8 ряд опять начинается как обычно, рельефные полоски. И опять этот промежуток покажу. С 8 ряда мы начнем следующий ролик, который выходит сразу же после этого. Надеюсь, вязание у вас идет как по маслу. Пишите, из какой пряжи вы вяжете, куда вы пристроите потом эту подушечку, из какого цвета вяжете, напишите. В своих фантазиях я уже буду наслаждаться этой красотой. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!